Наверное, тебе уже надоело уныло качаться, фармить локалки и прокачивать репутацию. FunPay может сделать все за тебя. Ссылочка в описании. Удачи! И да помогут тебе боги! Ты сама наивность! Этот город мой! Такова воля матери! С вас снимут обвинения только когда мы узнаем, что на самом деле случилось с лощиной-лучником! Ничто не помешает моей работе! Уничтожить эту тварь! Братья и сестры, сегодня вы станете ярким огнем, который прогонит тьму. Вы станете сияющим клинком, карающим нечестивых. Вы станете лучом надежды в борьбе против несметных полчищ врагов. Именем дома Уэйкрестов я нарекаю вас инквизиторами Ордена Пылающих Углей. Прежде чем мы выступим, мне понадобится человек для особого задания. Кого порекомендуете, маршал? Капитан, прошу прощения, инквизитор Клирдоун никогда меня не подводила. Уверен, она справится с любым заданием. Спасибо, сэр. Что нужно сделать, миледи? Чтобы навсегда покончить с Ковином, серебра недостаточно. Нужен еще и огонь. Отнесите рецепт алхимического огня мастеру Эштону в Соколиный холм. Он поймет, что с ним делать. Есть, мэм. Остальным нужно готовиться к отбытию в Карлейн. Маршал, у вас есть план нападения? Да, миледи. Мы готовы выдвигаться. Можно с тобой поговорить? Мне бы пригодилась твоя помощь. Из Соколиного холма несколько дней не было вестей. Надо спешить. На этой стеле изображены мирные жители Култироса. Моряки и фермеры. Тут изображено одно из первых разрушенных култиросских поселений. Наши предки пришли сюда с миром. Но друсты сразу развязали войну. Лишь некоторые из них приняли новых соседей. А здесь они наслаждаются резнёй, убивая безоружных култировцев. Ещё одно разорённое култировское поселение. В центре, по-видимому, легендарный вождь друстов. Странно, что нигде не видно каменных големов. А вот здесь наши дают отпор. И вождь друстов вынужден отступить. Это, очевидно, Горактул, вождь друстов. А, он проводит ритуал создания каменных големов. Големов все больше. Видимо, живые воины заканчивались, и он создал новую армию. Но что за сила оживляла камни? Я не думала, что големы появились позже. Видимо, он очень хотел победить. Это култиросская резьба поверх монолита друстов. Это лорд Арома и Крест. Тогда еще полковник ведет войска на решающий штурм. А вот он пронзает мечом Горактула. Согласно летописям, лорд Аром одолел Горактула, а вся его армия пала позже. Но здесь Горактул теряет силу, и его големы тут же разваливаются. Это не просто совпадение. Еще одна стела. На ней тоже изображен Горактул. Это сцена после битвы, но Тул не убит. Он ранен и сломлен, но не мертв. Горактул не выжил. Об этом писали очевидцы. Твои предки — глупцы. Впрочем, как и ты. Мы очистим наши земли от култиросской чумы и вернем их себе. Жаль, вы этого не увидите. Восстань, страж, и уничтожь чужаков. Попутного ветра и 7 футов... Я пойду вперед на разведку. Встретимся на дороге. Храни стойкость. Не теряй веры. Я помогу укрепить защиту города. Встретимся у баррикады. Новые сведения? Прощай. Вот мои питомцы! Разорвите их! Уничтожить эту баррикаду! Мой разрушитель порвет вас в клочья! Вы лишь оттягиваете неизбежное!
Это лишь мелкая помеха. Мои слуги вернутся и захватят эту жалкую дыру. Он возвращается. Возвращается. Вы ищете Эштона? Следуйте за мной. Я не знаю, где он, зато видел его ученика. Даже не знаю, как отблагодарить вас за помощь, лейтенант. Теперь я инквизитор, господин мэр. Леди Люсиль возродила Орден Пылающих Углей, чтобы сражаться с ведьмами. Правда? Я думал, Орден просто легенда. Если так, то я полностью ее поддерживаю. Полагаю, тебе нужна помощь? Атака на Соколиный холм была яростной. Надеюсь, мастер Эштон еще жив. Если кто здесь и выжил, так это мастер Эштон. Я проверю огород у лаборатории. Не подходите! Еще один шаг, и я воспользуюсь алхимией! Успокойтесь, мастер Эштон! Мы не враги! А с виду и не скажешь. Значит, атака закончилась? Город в надежных руках. Может, объясните, что здесь происходит? Мастер Эштон, мы пришли к вам по поручению леди Люсиль Уэйкрест. Я догадался. Но зачем вам я? Леди Люсиль возродила Орден Пылающих Углей. Она узнала из древних текстов, что мы можем победить этих ведьм, как когда-то друстов. Она нашла древний алхимический рецепт и просит, чтобы вы попробовали воспроизвести его формулу. Леди Люсиль полагает, что это ей поможет? Позвольте взглянуть. Изумительно! Прекрасная формула, очень огнеопасная. Инквизитор... Я с превеликим удовольствием исполню поручение леди Люсиль. Рада это слышать, мастер Эштон. 7 раз отмерь, 1 раз налей. Какие испытания ждут нас сегодня? Они пришли из леса. Мы бились. Мастер Эштон оттолкнул меня, и они забрали его. Мы должны его спасти. Мы вернем его. Жди здесь. Мартен, ты выдержишь путешествие? Думаю, да. Тогда в путь. Мы поскачем вперед и попробуем найти мастера Эштона. Встретимся в Багровом лесу. Какие испытания ждут нас сегодня? Мастер Эштон, вы в порядке? Похоже на то. Спасибо, Мартен. Мастер, вы останетесь с нами до конца? Конечно. Мы с Мартеном никуда не денемся. Прекрасно. Я видел, как в развалинах озера происходило что-то важное. Тогда соберемся там. Удачи тебе. Держимся вместе. Пробуем незаметно проскользнуть мимо ведьм. Ведьмы затеяли какой-то великий обряд, чтобы призвать своего владыку. Владыку? Злобную сущность, которая питает их силой. Я слышал его голос во тьме. Он ненавидит Култироса всей душой. Ведьмы и их прислужники всего лишь пешки в его плане возвращения в наш мир. Судя по тому, что я услышал от ведьм, пока был в плену, он как-то связан с друстами. Думаю, это не простой друст, а их вождь. Тот самый, с кем бился еще сам... Аром Уэйкрест. Значит, нас всех хочет убить помешавшийся на месте древний дух? Мило. Этот великий обряд нужно остановить. Смотрите, в дереве проход. У меня паранойя? Или тут действительно стоит огромный плетеный голем? Давай решать проблемы по очереди. Хватит! Чужаки, вы лезете не в свое дело. Я все равно верну то, что мое по праву.
соорудил мощный амулет из тех, что мы добыли. Используй его, чтобы подчинить разрушителя. Мы выберемся отсюда на этом монстре. Не просто выберемся, мы их уничтожим. Вперед, залезайте на голема. Сигнал можно подать с горы, что к северо-западу отсюда. Но сперва воспользуемся ситуацией и как следует потреплем ведьмовскую армию. Так их! Это безумие! Давай потише! Есть в этом особое удовольствие. Бить ковен его же оружием. Ха-ха-ха! Больше всего мне нравится, как дрожит земля от его топота! Теперь можно двигаться к горе на северо-западе. Оттуда наш сигнал точно заметят заставы Арома. Уже все? Скажите мне, что скоро это закончится! Наездники на грифонах ждут нашего сигнала. Над лесом снова можно летать. Надеюсь, они скоро будут здесь. Я доложу об успехе операции, леди Люси. Меня ужасает сама мысль о том, что стало бы со мной, если бы вы с Инквизитором не вмешались. Спасибо, что не дали мне умереть. Орден Пылающих Углей снова выстоял против Гора Катула. С такими союзниками нас не одолеть. Попутного ветра! Следит за нами. Ваши люди? Да, ковен поработил их. Теперь они его безмозглые пешки. И нам придется пробиваться прямо через них. Мне жаль. Мы обязаны изгнать тьму. Так, отряд! Нам нужно захватить башню и выбить ведьм из Карлейна! Слава дому Уэкрестов! С солдатами мы справимся, Инквизитор! Найди их лидера! Карлейн принадлежит Ковену! Вам не победить! Прекрасная работа, Инквизитор! С этой башни хорошо просматривается Карлейн и его окрестности. Знакомлю с молотом! Говори, не тяни! Стой-ка! Ты не из этих! Тебе пора на вал. Ладно, показывай дорогу. Вижу, кузнец нашелся. Уходим скорее. Ковен окружил дом. Стой. Что это было? Они в подвале. Выкурим их. Попробуй. Подавишься молотом. Ковен мертвых сердец повелевает мной. Вам не уйти от матери! Да подавись ты, злобная корга! Чтоб твоя мамаша сгнила в кишках морского змея! Если у тебя здесь не осталось дел, нам пора уходить. Твоя правда! Веди! Я отведу Баластера обратно на сторожевой утес. Увидимся там. Говори, не тяни! Займись делом! Хватит волочить меня! Здесь не слишком много серебра, но я постараюсь усилить эффект. Дай мне немного времени. А пока найди-ка в той груди металлолома старый мушкетон. Давай его сюда. Посмотрим, что можно сделать. Да, это он самый. Просто брось его на стол. Я тут подумал, если сделать из этого серебра шрапнель, то выстрел выйдет весьма убойным. Надо только сам мушкетон подправить чуток. И готово! Теперь осталось только дать малышке имя. Как насчет ведьмобойки? Что тебе нужно от старого моряка? Только не пытайся палить слишком быстро, а то разорвет ствол, и все, суши весла. Удачи! И пореши там парочку ведьм для старины Ангуса. Из тебя выйдет хорошая жертва. Пусть я умру, но наш владыка вечен. Бывай. Да, кстати, маршал просил поговорить с ним перед тем, как отправляться в лагерь. Что-то насчет одного из его бывших стражников.
Ковен даровал мне невиданную силу! Тебе не победить! Невозможно! Барьер уничтожен! Путь к усадьбе открыт! А где остальные инквизиторы? Видимо, сражаются с прислужниками Ковена за стенами. Инквизиторы! Это наш шанс спасти лорда и леди Уэйкрест и избавиться от мерзкого Ковена! Держитесь вместе и не останавливайтесь, пока мы не пробьемся к усадьбе! Слава дому Уэйкрестов! У нас все получится! Уинстон, целься в глаза! Мне надоели ваши визги! Умри, ведьма! Мы прикроем фланги! Оставайся с Люсиль и Маршалом! Ковен уничтожит нас! Ни шагу дальше! Мама? Это ты? Я так рада, что ты наконец пришла! А уж как твой отец соскучился! Что? Что ты с ним сделала? Не бойся, доченька! Твой отец жив-здоров и скоро будет править всем Култиросом! Присоединяйся к нам! Не подходи, бездушная ведьма! Маршал, разве так следует обращаться к леди? Я научу вас манерам! Все добры, отведите Люсиль в мои покои, но сперва покончите с этими плебеями. Пойдем, Артур. Как прикажете. Нет, это неправильно. Маршал, боритесь. Простите, Люси, я подвел вас. Мне жаль. Маршал, нет! Мама, что же ты наделала? Инквизиторы, пришел час решающей битвы. Попутного вам ветра. Спасибо, миледи. Мы покончим с Ковеном. Инквизиторы, за мной! Слава дому Уэйкрестов! А с тобой мы встретимся внутри. Я вряд ли помогу вам в бою, но моя мать должна ответить за все. И когда это случится, я бы хотела быть рядом. За моего отца. За Друствар. Не смей называть меня дочерью, ведьма. Какая дерзость! Твой отец обязательно узнает об этом. А пока тобой займутся мои слуги. Вернись и сразись со мной! Мейс! Просто бежать вперед не очень разумно. У нас же есть план. Герои, нам нужна ваша помощь. Мы должны покончить с этим злом. Мы осмотрим территорию, пока вы занимаетесь слугами. Удачи. Кажется, вы убили всю мою челядь. Кровь просачивается сюда и капает с потолка. Давайте встретимся в подвале. И вместе насладимся красотой смерти. Я отправлю твою душу, Гора Кутулу.
Смотри, дорогой, твой ужин пожаловал. Ковен уничтожит вас. Я не отпущу его. Ничто не разлучит нас. Наконец-то с кошмаром покончено. Наивное дитя, смерть не остановить. Она следует за тобой по пятам. Горок Тул? Но ведь мои предки расправились с тобой много веков назад. Они истребили мой народ, но не смогли уничтожить меня. Сотни лет я ждал удобного момента. И вот, твоя мать помогла мне свершить возмездие. Леди Вейкрест была лишь сосудом для моей силы. Убив ее, вы открыли мне дверь в ваш мир. Теперь вы познаете настоящий кошмар. Нельзя позволить Гороку Тулу вернуться в наш мир! Все чудовища усадьбы устремились к нам! Мы со Стернтайдовой задержим, а вы займитесь Гороком Тулом! Никто не избежит моей мести! Вас смерть! Меня не удержит. Глупцы! Это просто оболочь. Встретимся в бесплотном мире. Получилось. Мы изгнали Горока Тула. Вот что значит сильная рука и острый клинок. Спасибо вам, герои! Вы уничтожили Ковен и избавили нас от Горока Тула. Мы у вас в долгу. Приветствую тебя. Стойкий росток всегда пробьется. Все мы познали горечь потерь. Но свет надежды все еще сияет. Инквизитор Клирдоун, вы превзошли все наши ожидания, проявив и храбрость, и сострадание. Но теперь вы нужны Друствару в новом качестве. Я присваиваю вам звание маршала и назначаю главой стражи. Эверетт вас хорошо подготовил. Он бы вами гордился. Благодарю, миледи. Я не подведу.